говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Екатерина Костейникова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. На архитектурно-художественном совете в правительстве Севастополя рассмотрели проект капитального ремонта набережной Приморского бульвара. В Севастопольском государственном университете открылся лабораторный корпус. Здесь молодые ученые будут заниматься исследованиями в направлениях естественных наук. В Государственном историко-археологическом музее-заповеднике Херсонес-Таврический прошла презентация уникального издания к 175-летию Севастопольского благочиния. Благодаря победе над Ялтинским рубином, добытой в добавленное время, ФК Севастополь сохраняет шансы на попадание в тройку лучших своей подгруппы в Лион второй лиги «Б». В Севастополе утвердили протокол работы общественного транспорта во время действия сигнала воздушной тревоги. Об этом зашла речь на аппаратном совещании в городском правительстве 9 октября. Как рассказал директор Дептранса Станислав Томатаев, для севастопольских водителей разработали специальную памятку. В этой памятке указано, что водители при наличии сигнала по воздушной тревоге должны принять меры к остановке транспортного средства и в безопасном месте высадить пассажиров. При этом учитываются те места, которые, скажем так, потенциально опасные, там, где находятся рядом промышленные объекты, военные объекты, и, скажем так, автозаправочные станции, другие потенциально опасные, где он не останавливается, продвигается дальше на расстоянии больше 200 метров от этого места. Что касается пригородных автобусов, то пассажиров довезут до ближайшего населенного пункта. Губернатор Михаил Развожаев уточнил, что во время действия сигнала «Внимание всем» водители не покидают место высадки пассажиров. Видимо, были случаи, когда водители решили уехать в это время. Люди по этому поводу жалуются. Возможно, это частные наши перевозчики, которые, коль нельзя работать, то поехал домой. Проведите работу. Должны стоять на остановках, дожидаться окончания сигнала. После дожидаться возвращения пассажиров и проследовать дальше по маршруту. В разработанной памятке для водителей также будут указаны ближайшие укрытия. Такая же информация в скором времени появится на всех остановочных павильонах нашего города. Договорились мы в пятницу, что на каждом остановочном павильоне будет плакат заметный, доступный, с указанием ближайших укрытий, адресов, куда можно проследовать. Еще раз мы обсуждали, что у нас нет частных убежищ, каких-то отдельных и специальных, что у нас все места, в которых можно укрыться в случае тревоги, работают для всех жителей города. Без исключения, если такие нарушения будут, будем фиксировать, соответственно, применить наказание. Римская гранитная кладка и советские фонари. В правительстве Севастополя обсудили концепцию грядущей реставрации набережной Приморского бульвара. Главный архитектор проекта представил несколько вариантов нового плиточного покрытия и типов освещения. Подробнее о том, как одно из самых популярных мест города будет выглядеть после ремонта, в нашем следующем сюжете. Старая плитка на набережной Приморского бульвара часто не выдерживает сильных штормов. Волны легко смывают покрытие. Оно и сегодня находится в аварийном состоянии. Разрушающее воздействие стихии и стало главной причиной, по которой принято решение провести здесь капитальный ремонт. Сейчас разномастность покрытия, плюс действительно уже аварийность, плюс у нас понятная ситуация, когда, так как уже старый бетонный, вот это клей и все остальное, каждый шторм, все это вылетает, мы вынуждены менять куски. Такого уже, тем более, в состаренном виде никак не сделаешь. Оно понятно, что ставятся, пытаемся аналогичные, но они все равно выделяются пятнами. То есть уже такое лоскутное одеяло, а не набережной. Визуализацию отремонтированной набережной представил главный архитектор проекта Алексей Васильковский. Площадь 7000 квадратных метров. Протяженность от бывшего дельфинария до ресторана «Маккензи». На архитектурно-художественном совете в правительстве Севастополя рассмотрели 4 схемы мощения для этой территории и остановились на римской кладке. Согласно данным технического обследования, одной из причин того, что быстро разрушается плитка, это было прописано о том, что очень тонкие в самом орнаменте принят гранит, и он быстро уходит под действием, когда находит волна. Поэтому одной из рекомендаций техобследования было использовать широкоформатку, потому что она, ее практически невозможно поднять волной, и мы пытались обыграть это, ее увеличить, исключить маленькие элементы и сделать ее максимально крупную. А вот эта нарезка квадратов, она довольно-таки тонкая. Новая плитка, представленная в проекте, оказалась с вкраплениями черного гранита. Их единогласно решили исключить. Кроме
Кроме покрытия, на обсуждение вынесли типы освещения. Освещение выполнено двумя видами светильников. Первое – это грунтовые подземные светильники, которые расположены ближе к существующим фасадам и подпорным стенам для того, чтобы увеличить освещение. И вторые – это аналог существующих светильников, которые уже установлены в большем количестве для того, чтобы добиться нормативной освещенности. В эту часть визуализации также внесли изменения. В качестве нового освещения рассмотрят фонари, выполненные в стилистике советского времени. Схему их размещения проработают отдельно. Когда-то в 50-е годы там были светильники шариками. И они смотрели значительно гармоничнее, чем вот эти. Эти тоже были в 2008 году поставлены. Такой китайский вариант. Когда мы отсюда тоже от воды убираем, по сути, да, вот эти вот фонарные столбы. Ну и тогда соглашаемся с вами, что техническую часть, да, ну, все-таки нельзя близко к воде, там, где это внизу прям соприкасается с морем, поставим тогда на удаление определенном, образуем две прогулочные линии, по сути. И все-таки будем считать, что у нас главная функциональная задача – это не там эти силовые виды спорта проводить и машины туда загонять. Мне это, честно говоря, не очень нравится все. А именно, вот именно для прогулок людей. Государственные символы, вымощенные на набережной, решили убрать из-под ног. На их месте появится другой рисунок, который придумают художники. Все-таки, когда разместили гербы под ноги, это недостойно. Даже в законе у нас сказано об использовании, что убираем достойно. Надо найти достойное место, где расположить их, либо вертикально, либо наклонно, чтобы исключить даже техническую возможность, чтобы по ним ходили. Проект капитального ремонта набережной Приморского бульвара предполагает также установку новых лавочек и урн в классическом стиле и камер наблюдения. Сегодня это место одно из самых посещаемых в городе. В сезон здесь ежедневно гуляют до 11 тысяч человек. Валерия Солдатенкова, Юрий Риутин, Севинформбюро. В Севастопольском государственном университете появился новый лабораторный корпус. Исследовательское пространство – часть Института перспективных инициатив, наполненная современным оборудованием, поможет в работе студентам и специалистам в сферах биологии, химии, физики, математики и экологии. Результаты будущих исследований молодые ученые надеются применить на благо родного города. Институт перспективных инициатив появился в Севастопольском государственном университете 2 года назад и стал ведущим центром естественно-научного образования в Крыму. Однако лабораторный корпус, позволяющий студентам в полную меру заняться исследованиями в областях естественных наук, открылся совсем недавно, благодаря федеральной программе «Приоритет-2030». Мы видим новейшее оборудование, которое позволяет решить многие научные задачи, исследовательские задачи и прикладные вопросы, потому что сейчас уже, разговаривая с людьми, которые работают в этих лабораториях, мы находим точки соприкосновения. Мы видим, где какие задачи даже для города, для науки, для медицины можно решать с помощью такого оборудования. Корпус состоит из нескольких лабораторий, впервые оборудованных специально для естественно-научных исследований. Это направление научной деятельности, направление образовательной деятельности, направление магистратур, связанных именно с естественными науками. Это прикладная физика, прикладная химия, прикладная математика, прикладная биология, прикладная экология. Вот, собственно, этими направлениями деятельности мы занимаемся в ИПИ. И что самое главное, особенно хочу подчеркнуть, что впервые в истории нашего университета, начиная с 60-х годов, когда он был создан, впервые здесь вот это естественно-научное ядро появилось. Одна из задач Института перспективных исследований – это изучение природы родного края. В этом ученым помогают коллеги из других научных центров региона – Института биологии Южных морей и Морского гидрофизического института РАН. Прежде всего, это оценка, изучение, прогнозирование экологического состояния. Понятие экологии, оно очень комплексно, оно включает все – и физику морской среды, и экологию морской среды, и химию, и биологию морской среды. Поэтому первая задача – это локализовать эти исследования и готовить выпускников, которые будут профессионалами, собственно, в изучении приморской территории. Все лаборатории оснащены современным оборудованием. Студенты могут выбирать то направление естественных наук, которое им больше по душе. Эта лаборатория занимается клеточными линиями. Клеточные линии – это, во-первых, да, что это такое? Это популяция клеток с определенными характеристиками, которые были получены методом культивирования
клеток донора в системе инвитро. Самая первая клеточная линия – это под названием HeLa. Это карцинома шейки матки, и сейчас я работаю с ней. Ирина Рощенкова готовит дипломную работу, связанную с клеточными линиями. В процессе исследования она тестирует лекарственные препараты. Цель – найти соединения, которые не только уничтожат раковые клетки, но и оставят здоровые клетки носителя. Конкретно сейчас я занимаюсь освоением МТТ-теста, а также цитометрического анализа, потому что приборы довольно сложные, особенно цитометр, дорогостоящие, и все в ГУ до недавнего времени совсем не было биологии, медицины, и сейчас мы осваиваем такие вот широко используемые методы, например, МТТ-тест очень широко используется, цитометрический анализ крови, например, во всех поликлиниках используется. Работа молодых ученых благодаря новому оборудованию стала обширнее и глубже. Среда естественных наук для специалистов института теперь откроет новые возможности, которые сулят большие открытия. Планшеты нам необходимы для культивации клеточных линий. То есть там внутри 96 лунок, и в каждой лунке находится клеточная суспензия. Клетки приклеены ко дну. И чтобы мне к новому эксперименту приступить, мне нужна обязательно чистая стерильная посуда, пластик. И, соответственно, я каждый раз мою их. Если не получается, мыть, беру новый. Севастопольский государственный университет традиционно известен инженерными направлениями подготовки специалистов. С появлением лаборатории здесь повысится качество образования и в естественно-научной сфере. И наши ученые продолжат вносить свой весомый вклад в развитие мировой науки. Мария Легина, Юрий Рютин, Севинформбюро. Департамент здравоохранения Севастополя приглашает жителей города-героя на вакцинацию от гриппа. О важности прививки в эфире телеканала НТС рассказал директор ведомства. Виталий Денисов уточнил, с 1 сентября вакцину уже получили 51% населения взрослых и 49% детей. В целом у нас вакцин закуплено и поставлено 326 тысяч, плюс на 73 тысячи вакцины у нас закуплено за счет бюджета города. Это нам губернатор выделил. Поэтому все вакцины у нас есть. У нас работает 43 пункта вакцинации. Это 20 пунктов, это работает в 11 взрослых поликлиниках и 9 в детских. У нас 20 пунктов находится в фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях. Это вот в сельской местности, где 1-4 больница. И 3 пункта у нас, мы их называем мобильные такие. В мобильные пункты вакцинации севастопольцы могут обратиться на площади Нахимова, около торгового центра «Апельсины» в торговом центре «Мусон». В эфире программы «Актуальное интервью» Виталий Денисов напомнил севастопольцам и о важности диспансеризации. Благодаря нескольким плановым анализам врач может выявить болезнь на ранней стадии и своевременно назначить лечение. Вот я где-то месяц назад прошел диспансеризацию. Давно не сдавал анализы. Сдал анализы, смотрю, у меня холестерин повышен. Первое, что нужно, бежать к врачу, чтобы врач рассказал, что делать. Врачу самому себя нельзя лечить. Вот. Есть выбор, либо лекарства, таблетки пить, либо немного похудеть. Вот я сейчас похудел на 3 килограмма. До Нового года мне надо на 7,5 килограмм похудеть. И я уверен, что мой холестерин придет в норму. Полную версию беседы об этих и других важных темах, таких как нехватка специалистов в севастопольских поликлиниках и проблемная запись на прием к врачу, смотрите сегодня в новом выпуске программы «Актуальное интервью» на телеканале НТС. В Государственном историко-археологическом музее-заповеднике Херсонес-Таврический прошла презентация первого тома уникального издания к 175-летию Севастопольского благочиния. Проект подготовлен кандидатом исторических наук Вадимом Прокопенковым под редакцией кандидата богословия протоиерея Сергия Халюты. Первая часть труда охватывает период истории с 1783 по 1848 годы. Первые шаги в работе над масштабным проектом были сделаны историками более 10 лет назад. Именно тогда появилась задумка создания серии трудов «Христианское наследие Тавриды», в которых одно из главных мест отводилось истории православных соборов и монастырей Севастополя. Многие иллюстративные и картографические материалы были получены из Санкт-Петербурга,
объект Петербургского архива военно-морского флота и Московского исторического архива. Но не хватало текстов, это первое. Не хватало некоторой такой серьезной достоверной информации по датам, хотя бы по годам создания храмов. Была противоречивая информация по храмам, которые не находились в центре города, а были как бы вдалеке, в стороне, в округе. И вот все это мы потихонечку собирали, все это сравнивали. И практически 10 лет у нас шло такое интенсивное общение с историками. В результате кропотливых научных изысканий с благословения митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря было принято решение создать трилогию с подробной историей благочиния нашего города. Первый том представили читателям в день 175-летия с момента его основания. Труд описывает период, предшествовавший упорядоченному церковному управлению Севастополя. После включения Крыма в состав Российской империи в 783 году, первое, что было сделано, это учет населенных пунктов и церквей и храмов. Вот. И уже потом начала выстраиваться церковная структура. То есть не было благочиния. Весь Крымский полуостров был разделен на две части. Первая и вторая часть. Вот мы относились ко второй части. И вот скажите мне, где это можно узнать, как не из этой книги? По замыслу авторов, читатель, который возьмет в руки богато оформленное издание, должен узнать не только о датах появления севастопольских храмов, но и почувствовать пульс православной жизни города. А что это дает? Это дают метрические книги, это дают уникальные исследования предыдущих авторов наших севастопольских, которые связывали воедино всю вот эту православную ткань Севастополя. Альбом щедро иллюстрирован копиями уникальных архивных документов. Здесь можно найти официальные письма 18-19 столетий с угловыми штампами, чертежи строений, страницы соборных метрик, литографии, портреты церковных и государственных деятелей Севастополя того времени. В первом томе, конечно, мы собрали наши группы наших авторов, историков, собрала очень важные сведения, которых, в общем-то, ну, едва ли вы где-то найдете. Вот сначала основания, кто был первый благочинный, что такое военное благочиние, как, что такое военное священство, как служили военные священники и так далее. Конечно, все это будет интересно. Первый том истории севастопольского благочиния вышел тиражом 500 экземпляров. В ближайшем будущем издание можно будет приобрести в музее-заповеднике Херсонес-Таврический, а наиболее интересные материалы разместят на сайте благочиния. Работа над следующей частью книги уже ведется. Максим Давыдов, Анатолий Паньков, Севинформбюро. ФК «Севастополь» сохраняет шансы на попадание в тройку лучших своей подгруппы в Лион второй лиги «Б». 7 октября наша команда принимала соседей по полуострову Ялтинский «Рубин». Ничья устраивала гостей. Севастопольцев же турнирное положение обязывало побеждать в крымском дерби российского первенства. Две команды, которые продолжат борьбу за выход в дивизион А второй лиги из нашей южной подгруппы, уже известны. Это «Дружба Майкоп» и «Кубань Холдинг». Третье заветное место на данный момент занимает «Рубин Ялта». Севастополь за два тура до конца отставал на 6 очков. Это две победы. И первую жизненно необходимо было добывать в очном противостоянии – крымском дерби. После побед в стартовых двух турах севастопольским болельщикам могло показаться, что триумфальное шествие родного клуба уже не остановить. Но дальнейшее развитие событий стало проверкой на прочность для нашей команды. Провальный с точки зрения результатов август остался позади. В сентябре были добыты важнейшие домашние победы. А вот в гостях не хватало стабильности и, пожалуй, везения. Игра с биологом. Хорошая команда. Но упустили... Минус 2 очка. Вот сейчас просто 2 очка, и это уже совсем другая ситуация. Давайте возьмем игру с «Дружбой» Майкоп. При полном владении, при колоссальном, скажем так, владении игрой, как бы, мы не привезли ни одного очка. Одно очко хотя бы. Даже в этой игре одно очко – это уже совсем другая ситуация. То есть, футбол тем и зрелищный, что, скажем так, по турнирной таблице команды двигаются. Где-то потеряли, где-то набрали. Очков мы не добрали очень много. Таких игр можно собрать 2-3 игры точно, где мы потеряли очки 100%.
не хватает, наверное, реализации. Я думаю, что очень мало забитых у нас в этом сезоне, очень мало забитых мячей. И в этом, конечно, вся проблема. Начало этой встречи осталось за гостями. Ялтинцы действовали спокойнее и больше владели мячом. Хотя самый опасный момент до перерыва в активе севастопольцев. Видно, что игроки между собой сыгрываются, да, и этот сезон у них только как для сыгрывания получился. Рубин, да, в принципе, он как бы тоже вроде бы, он в крымском чемпионате, они, да, мы там немножко даже выше стояли, да, а смотрите, как Рубин себя пока показал во второй лиге, он намного выше играет, и качество игры намного лучше. У нас 9 человек новичков, сыроватый у нас все, команда. Ну что делать, другой нету. Все равно будем болеть за нее. Мы верим в наших ребят, любим, гордимся. Мы с вами. Этот матч сложно назвать ярким, зато он выдался крайне нервным. Было больше борьбы, игра в основном проходила в центре поля. Многое не получалось, сказывались и качество газона, и груз ответственности. Результат давлел над футболистами. В таких поединках невероятно высока цена ошибки. На 63-й минуте защитные порядки гостей дали трещину. Рубин спас вратарь. С трудом он отбил удар Ридвана Османова. Чем ближе было к концу матча, тем больше чувствовался нерв противостояния. Напомню, Севастополю нужна была только победа. Правда, действия впереди у хозяев не ладились. Более того, у ялтинцев под занавес встречи стали проходить контратаки. И к концу основного времени на табло все еще горели нули. Судья добавил 4 минуты. И как только пошло компенсированное время, Севастополю удалось забить столь нужный гол. Отзащищавшись, хозяева вынесли мяч подальше от собственной штрафной. Затем простой заброс, на перехват которого побежал голкипер соперника. Боже мой! Никита Колесов пошибается на выходе. И, естественно, этот мяч остается делом техники. Илья Грищенко. Это моя работа. Бежать, тем более я вышел не с первых минут. Надо было, как говорится, усиливать игру и прессинговать на свежих силах, давить, чтобы забить. Вот так и получилось. В первом тайме немного было у нас волнения, играли больше от обороны, но во втором тайме мы вышли, почувствовали немного уверенность, раскрылись. И я считаю, второй тайм мы полностью их переиграли. Сыграли очень надежно в защите, не дали создать у своих ворот ни одного момента. Было у нас 2 хороших момента, но видите, в конце, я бы сказал, повезло. Мы сегодня выиграли, и это главное. Потому что прошлый раз, когда мы играли в Ялте, то на протяжении 2 таймов владели мы инициативой. Наша игра была полностью. Но курьезный гол второй, который забрал у нас очки, я думаю, что сегодняшней игрой мы просто заслужили победу, исходя из 2 игр. Вот эта победа должна дать нам определенный импульс, веру в себя. И, скажем так, двигаться вперед дальше с распростертыми крыльями. Сама по себе эта победа имеет больше психологическое значение. Да, Севастополь сохранил шансы на попадание в топ-3. Но Рубин Ялта все еще фаворит в этой борьбе. В последнем туре наша команда едет в гости к ростовскому СКА. Рубин же дома принимает Биолог Новокубанск. Севастополю мало выиграть самому. Надо, чтобы и ялтинцы уступили немотивированному сопернику. Не все в наших руках. Но разве не именно своей непредсказуемостью интересен футбол? Михаил Журавский, Антон Шличков, Александр Устич, Севинформбюро. В этот же день на другом городском стадионе имени 200-летия Севастополя проходил матч «Черноморца». Плоская команда обыграла дома «Спарту КТ» и завоевала путевку в полуфинал Кубка Крымского футбольного союза. Героем встречи стал экс-игрок ФК Севастополя Андрей Кива. В его активе дубль и голевая передача. Особенно стоит отметить его второй гол, который и установил окончательный счет в матче 3-1 в пользу «Черноморца». Все ребята молодцы, все молодцы. Ну, вот хочется отметить еще индивидуальные действия Андрея Кивы, который в нужный момент принял правильное, верное решение, пробил за штрафной площадки, тем самым забив гол, что уже успокоило игру, и игра закончилась с тем результатом, который был нам нужен.
18 октября команды снова встретятся на стадионе имени 200-летия Севастополя, уже в рамках чемпионата Крымского футбольного союза. Но перед этим черноморцу еще предстоит два выездных поединка в Керчи против Океана и Ставрии в Симферополе. И в завершении выпуска о погоде. По информации Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 октября в городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 16 градусов тепла. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 15 детей. 6 мальчиков и 9 девочек. На сегодня это все. Телефон редакции 59-2060, а также мобильный +7 978 931 31. Уточнить информацию или оставить свою вы, как всегда, можете на нашем сайте ntsdefis.tv.com. Ждите новостей и до встречи. Удачной вам рабочей недели!